Приветствую. Обзор очередного инструмента. Копия Фадера Imperial 5 Elite. Фадер изготавливал несколько вариантов этой модели. Это вот где я попытался повторить модель, изготовленную для Ричарда Бона. Значит, по составу инструмента. Корпус конструкции Single Cut. Значит, уши орех американский, тон-блок ясень. Сверху корпус закрыт многослойным топом палисандр, орех, переклей через буковый шпон. Здесь вот светлые полоски видно. Гриф 24 лада, 35 дюймов. Сквозная конструкция гриф имеет 5 слоев, клен, тик, клен, переклей через грушевый шпон. Голова грифа, топ, изготовлен из ореха. Так. Лады, никель-серебряные лады, сплав никель-серебро, джетскар. 2,6 мм размер лада. Накладка грифа палисандр. Значит, покрытие инструмента — это полиуретановый лак, глянцевый полиуретановый лак, 6 слоев. Есть еще несколько других покрытий. Это крышки звукоснимателей, рампа и накладка грифа, пропитка тунговым маслом. Механика. Бридж Хипшот Тикас 5, колки Вилкинсон. Значит, задняя крышечка выполнена из палисандра. По электронике теперь. Значит, это инструмент имеет внутренний преамп разработки Вадима Панкина. Значит, это копия преампа, используемых Фадеры и Спектром в 90-х годах. Прям тогда назывался Hazlab THB2. Вот это его копия модернизированная. Очень много настроек внутренних, там куча переключателей и джампов внутри, которые позволяют нарулить практически любое. Значит, что по управлению? Громкость, тембр, это в пассивном варианте, ручка только работает. Это баланс между датчиками. Высокие, средние, низкие. Переключатель положения звукоснимателя. Здесь установлены два хамбакера. Каждый из них состоит из двух синглов, соответственно. То есть четыре сингла. Этот переключатель отсоединяет от каждого хамбакера по одной катушке. Оставляет, в принципе, систему джаз-бас. Значит, вот этот переключатель позволяет выбирать частоту, среднюю частоту. В данном случае у меня установлено 800, либо 400 Гц. Но внутри предусилителя с джампами можно установить там и 300, и кому надо 600 Гц выбрать. В общем, все на любителя. Переключатель активного пассивного режима. И вот этот переключатель, так называемый kill switch. Включение-отключение инструмента. Здесь регулируемый порожек, если не хватает вот навивки струны, в данном случае струна закончилась до порожка, приходится приподнимать. Инструмент этот был изготовлен в мастерской, которую мне предоставил мой товарищ Андрей Пальцев, на его оборудование, дай бог ему здоровья.